Уникальнейшее событие буквально через несколько, можно сказать, мгновений от стен Генуэзской крепости, что весьма символично, стартует автопробег, который пройдет по украинским и российским дорогам через множество городов с финальной точкой за Полярным кругом. Автопробег пройдет под лозунгом «Крым открывает сезон 2013». Пробег будет проходить в два этапа, и продлится он с сегодняшнего дня по 27 февраля. За это время участники проедут более, вдумайтесь в эту цифру, более 10 тысяч километров. Эмиль Абдеев! Анатолий Капнин! И руководитель проекта Альфат Галимов! Приветствуем! Ну, действительно, это будет огромная реклама для Судака, для нашего прекрасного Крыма, замечательной Украины. Я хочу сказать, что в Советском Союзе был такой трубопровод Уренгой-Помары-Ужгород. Я думаю, что это не хуже будет. Судак, новый Уренгой. Поэтому я хочу пожелать нашим пилотам прежде всего показать и рассказать, какие мы гостеприимные, что мы ждем и что мы хотим, чтобы наши отношения с Российской Федерацией и нашим государством Украины налаживались, чтобы мы ждали наших братьев к себе в гости с распростертыми объятиями, что это все делается для того, чтобы Крым действительно стал жемчужиной нашего государства Украины. Хочу вам пожелать, конечно же, ни гвоздя, ни жезла, ну, всего-всего, что можно пожелать водителям в такой трассе тяжелой, конечно же, успеха, чтобы вы приехали и мы в следующем году отметили уже второй, третий, четвертый, пятый этап, и постоянно его, этот этап отправляют только из города сюда. Вот мороза не боимся, дороги не боимся, а здесь заволновались. Но скажу, что этот проект стал иметь право на жизнь после встречи в городском совете Судака. Огромное спасибо за помощь, за поддержку. Это хорошо, что сегодня мало людей. Будем считать, что это репетиция. Он оборудован абонентским телематическим терминалом. Почетное право открыть автопробег и проехать первые несколько километров начала пути предоставляется Судакскому городскому голове Серову Владимиру Николаевичу. Так, друзья, ну кто с нами? Да, мы же взяли с вами. Так там автомат. Так может быть один, все нормально. ГАИ. Всем пока!